Там и страх, то, что мы проиграем, там и адреналин, который мы получали, там и солнце печет, там и песок, жара. Это все воедино в одну тарелку упало, как кашей. Бір айналымдай бар. Не торопись. Догоняй! Падай! Сложность была в том, что там 100 килограмм песка, еще и вдвойне вот с песком под ногами. Тяжело бежать. Бери. Слишком близко. Давайте. Тащите, кто-то вес. Я упал, у меня реально ноги отказали, и по песку идти, жара. Давайте. Вот они. Догоняй! Догоняй! Быстрее! Они упали, поднялись, и мы еще бежим, нагоняем, орем, как в армии Влад там орал там. Падай! Не устали! Не дай мне жасик! Тяжко! Не устали! Чтобы силы не терять, мы договорились, что если они побегут, мы побежим. Если они будут отдыхать, медленно идти, мы будем идти чуть-чуть быстрее. 7-8 метрге ғана алыстады. Все похоже. Устали. Это арқам бастап, белім үшін құм тұрып, күлесі сезілді массасы. Сол кезде демалған кезінде құмда кіріп, қиын болды демалуға. Думаю, что сейчас мои легкие вылетят на обратно. Сапсан командасы шаршадық дейді. Влад. Біздер уже шамасы жетпей құлаған кезде ең құйрығын ұстап алып жібергім келмей ұстап тұрдым. Жетіп аса да сөйтіп өздеріне қарай тартып алды.